15 апреля ввели запрет на перелеты из России в Турцию. Сохраняются только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом. Безусловно, люди переживают закупленные билеты. Механизмы, опять-таки, уже отлажены, то есть нет тех коллапсов, которые были при банкротстве операторов в 2014 году, в 2015 году. То есть сейчас деньги, они будут возвращаться туристам. О том, какая сейчас обстановка в самих туристических агентствах и происходит ли возврат средств, рассказала Эльвира Якупова. Со всеми нашими туристами мы уже в прошлом году всю эту процедуру переноса прошли. В этом году люди отреагировали максимально спокойно, надеясь, что все пройдет благополучно, и все люди все-таки смогут слетать в свои туры. На данный момент мы всем предоставляем перенос, переброни, всем максимально помогаем. По вопросам ограничения авиасообщений с Турцией можно позвонить на горячую линию Федерального агентства по туризму по указанному на официальном сайте номеру. Инжем Небаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.